Пушкинской школе Лига Первых открыли граффити, посвященное конструктору космической программы СССР Георгию Бабакину. С 1965 по 1971 год Бабакин был главным конструктором КБ имени Лавочкина. Предприятие под его руководством работало над совершенствованием космических аппаратов. По инициативе администрации городского округа Химки и партии «Единая Россия» в нашей школе открыли арт-портрет. Ну, современная технология граффити, такая популярная среди молодежи, посвященная Георгию Бабакину. И сегодня ребята тоже смогли увидеть это новое произведение искусств. Помимо праздничного открытия граффити, в школе организовали космический квест для учеников 3-4 классов. Дети узнали о планетах, спутниках и звездах, а после квеста получили грамоты за участие. Также ребята вместе с активистами молодой гвардии посетили школьный музей Георгия Бабакина, где им рассказали о жизни, работе и достижениях знаменитого конструктора. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.